Здравия желаю, уважаемые, значит, подписчики и посетители. Сегодня я, значит, продолжаю эксперимент с этой панелькой, То есть делаю гибрид. Я придумал зарядное устройство, значит. Бестопливное. Вот лампочка горит на пол накала. Лампочка LED 5,5 ватт, она не сматывает ничего. Вот сейчас посмотрим. Вот провод, видите, 0, то есть сматывает 0. Также счетчик, вот если увидите, стоит так. Зато здесь вот, видите, идет заряд потихоньку. Вот сейчас уже 2,58. Подождем. Медленно, но идет. Вот 2,59, видите, пытается. Сейчас подождем на 2,59. Вот, 2,50, нет, подождем. Вот, 2,59, подождем до 60. Ну, было 2,50, это минут 15 прошло. То есть заправляет медленно. Наверное. Чтобы получить большие мощности, сами понимаете, надо панельку побольше. Или таких взять, штук 5. Вот. Ну, батарейки скоро придут. Это я уже говорил. Сейчас подождем, чтобы стало 260. О, зашевелилось, видите, зашевелилось потихоньку. Вот 260. Ну, видите, что зарядка идет. За несколько минут уже на 2 сотых. Ну, часа 2-3 зарядится. Схема тут простая. Значит, через, это я показывал, через, значит, понижайку выравниваем напряжение, чтобы не сматывало. Это я показывал. А здесь уже на панельку светим и заряжаем. Если кому непонятно, можете написать. Большое спасибо за внимание. Всем желаю удачи, успехов в труде и обороне. И главное помнить, что все зависит от нашего настроя. Если мы настроены, что ничего не получится, значит, ничего не получится. Так устроен мир. А если мы настроены, чтобы все получилось, значит, у нас все получится. То есть, как мы настроим себя, так и будем жить.